Следующая операция, которую мы рассмотрим, это извлечение минимума. Так, рассмотрим вот такую вот всю ту же нашу кучу. От нас сейчас требуют извлечь элемент вот с приоритетом 4, со значением 4. На его место должен кто-то вообще-то встать. То есть элемент 4 — это корень нашего дерева, у него есть два ребенка, мы не можем просто взять и отрезать корень. Нужно поместить туда какую-то вершину. Ну вот, естественно, взять и отрезать какой-нибудь лист и четверку заменить на этот лист. То есть четверка успешно уходит как извлеченный минимум, а 53 встает на ее место. Получается вот такая вот картина. Значит, конечно же, опять-таки, все не может быть так просто. И как мы видим, свойство кучи у нас нарушилось. Нарушилось оно в вершине 53. Вершина 53, она больше аж, чем оба ее ребенка. Хотя должна бы была быть меньше либо равна. И вот теперь мы будем аналогичную операцию делать, аналогичную просеиванию вверх, мы будем делать операцию просеивания вниз. То есть теперь вершина 53, она, опять-таки, если вернуться к аналогии с ее весом, она бы должна утопиться куда-то вниз, а не всплыть. Но теперь у нас есть выбор. Когда мы гнали вершину наверх, мы просто меняли ее с родителем. Когда мы гоним вниз, у нас есть выбор, мы можем менять ее с одним из двух детей. Здесь 53 можно поменять с вершиной 20 или с вершиной 7. И если немножечко на это посмотреть и подумать, то становится ясно, что гораздо разумнее поменять с вершиной 7, потому что 7 – это минимум из 20 и 7. Поскольку, когда мы 7 поменяем с вершиной 53, давайте это сделаем, то вот какая... Вот какое приятное у нас будет свойство. Мы знали, что свойство кучи у нас нарушено только в корне. После того, как мы выбрали из трех вершин 27 и 53 минимальную и поставили ее в корень, мы знаем, что слева ничего не изменилось, во-первых, в левом поддереве, то есть вот здесь вот. Во-первых, ничего не изменилось, а во-вторых, вот на этом ребре все хорошо. Мы поставили сюда минимум, 7 меньше, чем 20. То есть единственная проблема, которая осталась, она осталась в правом поддереве. И не то, что в правом поддереве, а в его корне. Вот здесь вот потенциально может быть какая-то проблема еще. Но она и есть, как мы видим, 53 больше, чем 18. Но что хорошо, что мы нашу проблемную вершину утопили. Она по-прежнему осталась одна. Это мы гарантируем тем, что мы обменяли ее с минимумом из детей. И она осталась одна, но мы продолжим так чинить. То есть следующее, что мы увидим, ну вот есть проблема теперь вот здесь. Вот, да, 53, 18. Ну давайте поменяем. Получится вот такая картина. 53 еще немножко уплыл вниз, но это не самое нижнее, куда ему можно было бы уплыть. Теперь опять видим, что здесь проблема, и опять ставим сюда минимум из этих трех вершин, и 53 меняем с ним. Вот, вся куча починилась. Понятно, что в общем случае время работы опять будет у от h, где h — это глубина кучи, поскольку это максимум, насколько вершина могла вниз уплыть. Отлично. Теперь, когда нам нужно изменить приоритет, и когда у нас есть уже операции просеивания вниз и вверх, то все делается совсем легко. Вот, предположим, нам надо изменить приоритет вершины 7. Ну, в зависимости от того, на что он изменился, на приоритет больше, чем 7, или меньше, чем 7, мы вершине должны дать либо всплыть, либо утопиться. Соответственно, если, например, здесь изменилось на что-нибудь там, типа 2, тогда мы знаем, что под вершиной 7 как было все хорошо, так и остается все хорошо, поскольку мы изменили на меньший. Но надо посмотреть, не сломалось ли что-нибудь сверху. Поэтому просто элементу теперь новому 2 надо всплыть. Надо вызвать процедуру, так называемую shift up. С другой стороны, если 7 изменилось на что-нибудь большее, чем 7, там, на 22, скажем, тогда мы знаем, что над этой вершиной все по-прежнему хорошо, поскольку, ну, там было что-то меньшее, чем 7, ну, так оно и осталось меньше, чем 7. Но, возможно, проблемы какие-то вот здесь вот случились снизу, поэтому надо бы эту вершину утопить. Вот, то есть изменение приоритета делается просто. Мы смотрим, изменился он или увеличился, и в зависимости от этого вызываем либо процедуру shift up, либо процедуру shift down. Удаление. Удаление сделаем вообще небольшим хаком, то есть сведемся к предыдущему. Сделаем следующим образом. Если нам надо удалить какую-то вершину, например, 20, давайте изменим ее приоритет на минус бесконечность, то есть на какое-нибудь очень маленькое число, не знаю, там на минус 200. Ну, то есть на число, которого гарантированно нет в нашем
которая гарантированно меньше, чем любое значение в нашей куче. Такое, в принципе, число легко найти. Это можно просто же в корень посмотреть. После этого эта вершина, для нее запустится процедура всплытия. Она всплывет в корень. И после этого мы просто извлечем минимум. Вот. После этого вершина будет удалена с одной стороны, а с другой стороны в процедуре Massive Top, Massive Down структура кучи будет восстановлена.